На мероприятии, которое было приурочено ко дню студента, у учащихся профессионального колледжа Московия появилась прекрасная возможность узнать об особенностях службы в органах внутренних дел. Сотрудники полиции подробно рассказали о работе подразделений, показали экипировку и бронежилеты, которые ребятам разрешили примерить. А также студенты могли подержать в руках табельное оружие. Упирается вот, именно в плечо. В полевых условиях вот. Держится левое за цевьё, ремень, чтобы не мешал, чтобы не закрывал прицел. На занятии молодым людям разъяснили порядок поступления на службу в органы внутренних дел. Студентам подробно рассказали о том, как проходит процесс отбора кандидатов, оформления и стажировка молодых полицейских. Мы хотим пригласить всех желающих для поступления в ВУЗ МВД, для обучения по специальности высшего образования и для дальнейшего прохождения службы в нашем УВД. Обучение это полностью бесплатное. Обучение длится 5 лет, и по окончании выпускнику присваивается звание лейтенант полиции. Михаил Лысенко, студент первого курса колледжа Московия, рассказал, что заинтересовался работой в органах внутренних дел. Особенно понравилось оружие, которое там показывали. Вот. Померил бронежилет. Не знаю, как они в нем ходят, в нем жарко. Заинтересовало это, конечно, но я уже выбрал специальность МЧС. Вот, буду в МЧСе пока что. Может, в будущем что-то изменится. Криминалисты рассказали о том, какую важную роль играет их подразделение в процессе расследования преступлений, и показали содержимое чемоданчика эксперта-криминалиста. В ходе беседы студенты узнали, как на месте происшествия обнаруживаются следы преступления, как они закрепляются, а затем производится их изъятие. Мне очень все понравилось, было интересно. Особенно понравилось, когда делали отпечатки пальцев. Это очень сильно заинтересовало, и сразу видно было, что специалисты. Также перед учащимися выступила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Аверенкова. Она рассказала о правилах поведения на проезжей части. После ознакомительной беседы ребятам были вручены световозвращающие элементы. Мероприятие продолжилось экскурсией по зданию госавтоинспекции. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.